Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Як влаштовуються долі, ми прослідкуємо в нашій сьогоднішній програмі і почуємо про щасливий збіг обставин з вуст нашого сьогоднішнього герою. Во время танца, она говорит, вы прекрасно танцуете танго, мне это было приятно, я, наверное, даже покраснел, она говорит, вы будете директором телевидения. Наверное, я счастливый человек, потому что я самые лучшие свои годы, да, я прожил на телевидении. Я путешествовал по Святой Земле, вот, и как бы я печатал отрывки, тоже документальные повести, я документалист. Каждый день он должен приобретать, ну, особый вес. То есть он не имеет права просто пройти как-то бессмысленно, бестолково, что ли. Сьогодні, 13 грудня, Миколаївська телерадіокомпанія відзначає свій день народження. На день народження прийнято ходити в гості. І сьогодні, друзі, ми з вами відправляємось в гості до нашого колеги, заслуженого журналіста України Олександра Топчія. Александр Топчи, в гости которого мы отправляемся сегодня, 13 декабря, в день юбилея студии, проработал на Николаевской государственной телерадиокомпании много-много лет. Но и сегодня, друзья, он полон творческих планов. А каких, сейчас мы с вами узнаем, потому что мы с вами идем к нему в гости. Пойдемте со мной, идемте. Друзья мои, и вот мы с вами уже поднялись на 10 этаж и зашли в квартиру Александра Витальевича Топчия. И сейчас пройдем в кабинет мастера, и поговорим с ним о его планах, о жизни. И вообще интересно, как живут люди. Каждый по-разному. А как живет Александр Топчий, мы сейчас с вами увидим. Идемте в кабинет. В кабинет к мастеру. Вот мы с вами идем, идем. Александр Витальевич, здравствуйте. Можно? Да, дорогая, конечно. Я рад вас видеть. Спасибо. Друзья мои, мы сейчас с вами находимся в кабинете у Александра Витальевича Топчия. Он проработал на нашей студии уже много лет, как я и говорила. А знаете сколько? 40 лет, представляете? И вот мы сейчас в кабинете у Александра Витальевича. Ну, я могу сказать, что в кабинете у маэстро. Можно, Александр Витальевич? Ну, это слишком громко сказано. Я просто считаю, что, ну, занимался всю жизнь тем делом, ну, наверное, для которого был предназначен. Потому что часто бывает так, что я встречал таких людей, в общем-то, талантливых даже людей, которые как бы так случилось, что они занимались не своим делом. Вот. То есть они летали по чужой орбите, да? Вот так и не найдя свою. Ну, наверное, потому что, несмотря на то, что у меня отец физик, мать химика, я лирик получился. Вот если бы я умел бы что-то делать лучше, чем, наверное, снимать фильмы, да, вот я бы занялся этим. Но у меня душа к этому лежала с детства. Я где-то, наверное, с пятого класса, не знаю, насколько это интересно, но с пятого класса я интересовался исключительно литературой, историей, географией. Вот по математике и прочим физикам у меня были троечки. Вот, но учитывая, что я писал сочинения и даже как-то там прославился, вот, то у меня был путь один. Попал на телевидение, наверное, тоже не случайно. Я первый раз не поступил в педагогический институт Николаевский, на филфак. Набрав 18 баллов, это много, но выяснилось, что принимали тогда узбеков, и, в общем-то, так сказать, я не прошел. Я пошел работать на телевидении, совершенно случайно. И пошел я работать декоратором, или как тогда называли, там, второй художник, или рабочий сцены. И вот в 1969 году я больше года проработал на телевидении. Поэтому вот что интересно, и для меня это чертовски важно. Понимаешь, ну, 69-й год, ты уже родилась, да? Не будем открывать секреты. Хорошо. Телезрителям, когда кто родился. И вот в 69-м году, 13 декабря, 30-летие Николаевской студии телевидения, где гуляла вся студия тогда. Я рабочий сцены, значит, в ресторане меня пригласили.
Вот, это было, как сейчас помню, ресторан «Космос». Это нынешний, так сказать, на набережной, это нынешний ресторан «Казбек Николаев». Вот. И вот первый директор телевидения Нина Михайловна Землякова, уже когда все расслабились хорошенько и так далее, значит, объявляется «Белый танец». Ну, а я скромный, что мне, 18 лет, я сижу там с краюшку и знаю свое место. Вдруг она меня приглашает, а вот я хочу вас пригласить на танец, директор студии. Вот, во время танца, она говорит, вы прекрасно танцуете танго, мне это было приятно, я, наверное, даже покраснел. Она говорит, вы будете директором телевидения. И вот так случилось, что прошло много-много лет, и последние 15 лет я был заместителем генерального директора, что, собственно, приравнивается по тем временам к должности директора Николаевской студии телевидения. Но вообще я считаю, что, наверное, я счастливый человек, потому что я самые лучшие свои годы, да, я прожил на телевидении. И все самое лучшее, что со мной в жизни происходило, это тоже связано с нашей Николаевской студией телевидения, с чертовски талантливым коллективом, у многих я учился. Вот, много путешествий, там, дважды Чернобыльская зона, землетрясение в Армении, снимал я на Дальнем Востоке, под Николаевском на Амуре, дважды снимал в Турции, где-то еще Ханты-Мансийск. Ну, в общем, тогда был Мурманск, тогда был одна была страна, и удалось поездить. И я думаю, что удалось отчасти себя реализовать, и я по сей день, наверное, да, про себя горжусь, что как бы какие-то мои фильмы, их немного, но тем не менее они были, они транслировались по всесоюзному телевидению, и к тому же вот мне вместе с Масляковым довелось открывать фестиваль молодежи и студентов в Москве в 86-м году. Я вел репортаж тогда в программе «Время» из клуба советских делегаций. Нас тогда очень крепко проверяли. Причем на творческие, как говорится, творческие IQ устанавливали. Ну, мне приятно, что у меня там 14 репортажей все-таки моих прошло на весь тогдашний Советский Союз. Ну, может быть, это громко звучит, но я считаю, что жизнь у меня удалась, и, собственно, она продолжается. Вот несмотря на то, что как бы сейчас я уже, можно сказать, не удел, да, вот, но тем не менее. Творческий человек, Александр Витальевич, творческий человек никогда не бывает не у дел. И когда сейчас я приглашала наших телезрителей пройти к вам в гости, я сказала, что у вас все равно есть творческие планы. Да, безусловно, безусловно. Я не хочу ими делиться. Вот сейчас, наоборот, избавившись от какой-то, скажем, рутинной чиновничьей работы в должности заместителя генерального директора телерадиокомпании Николаевской, я вот написал повесть. Так сказать, повесть? Да, документальную повесть, но я человек мнительный. Вот, поэтому вот если она будет опубликована, наверное, может быть, это будет, так сказать, но я в нее что-то вложил, потому что ей вспомнить. Вот, я хочу. Представляете, телезрители, вы первые узнали о том, что Александр Витальевич написал повесть. Сейчас, прямо сейчас. Ну, в общем, да, это за последние там 2 месяца я над ней работал. Ну, то, что не есть секретом, я путешествовал по Святой Земле, вот, и как бы я печатал отрывки тоже документальной повести. Я документалист. Я только, так сказать, пишу о том, что я видел, что я чувствовал, и стараюсь писать так, чтобы это было интересно зрителю. Собственно, это закон и документального кино, и документальной прозы, публицистики, чтобы это было интересно зрителю. То есть должен быть какой-то, взгляд совершенно свой. Вот. По возможности оригинальной. Хочу продолжить. У меня начата тоже документальная повесть «Путешествие по Святой Земле». Несмотря на то, что я там был 12 лет назад, вот 4 главы я опубликовал в журнале «Имена», а по идее должно быть 12 глав. Вот сейчас есть время многое осмыслить. Блокноты у меня здесь хранятся. Вот это для меня стол, это моего отца стол, и он для меня, он старый такой, уже можно 10 раз было поменять, но вот как-то, я не знаю, я вот можно чувствую. Сказать, намоленный стол, да? Да, по-своему, да. Для меня очень важно, чтобы здесь были те предметы в моем кабинете, которые радуют глаз, которые где-то вдохновляют, которые о чем-то напоминают. Это и фотографии моих близких, и родословные моей прабабушки. И, в общем, все, что связано с моим родом, я это бережно храню. Так вот, я думаю, что за этим столом, все-таки удастся продолжить ту работу, тем более, что митрополит Николаевский и Очаковский владыка Петерим благословил.
Вот. Первые 4 главы готовы, там немножко их надо доработать. Вот, наверное, мы должны вот сейчас, уже с высоты своих лет, не так-то много осталось. Поэтому каждый день он должен приобретать, ну, особый вес. То есть он не имеет права просто пройти как-то бессмысленно, бестолково, что ли. Вот, надо помнить, что нам всем отвечать. А отвечать чем? Своими делами, своими письменами, своими мыслями. Вот. Поэтому, ну, к этому, наверное, нужно прожить, наверное, с мое, все-таки мне уже без малого 65, для того, чтобы вот почувствовать ценность каждого дня и жить сегодняшней минутой, как ни странно, так сказать, что будет завтра, сколько нам отведено, неизвестно. Вот. Во вчерашнем копаться, ну, эти воспоминания надо хранить. Но прошлым тоже жить нельзя. А вот жить настоящим. Сегодня я рад встрече с тобой. Сегодня у меня еще было там несколько с утра всяких событий. То, что у нас вот так проистекает беседа совершенно свободно, это очень важно. И это, кстати, плюс тебе большой, что мы не оговаривали ни тем, не оговаривали заранее никаких вопросов. Я не знал, как это все будет происходить. Но происходит, не знаю, насколько это интересно с экрана, но происходит достаточно, я не знаю, уютно и тепло, может, потому что я нахожусь на своей территории. Я внимательно сейчас смотрю за тем, что происходит у нас на телевидении, и вот как бы созерцаю, ну, еще не совсем свысока, с облаков, но немножечко взгляд со стороны, но, да? Да, но уже так как бы свысока. Ты знаешь, есть положительные тенденции какие-то, вообще в целом, не только нашего телевидения, а есть какие-то, ну, скажем так, тенденции, которые меня немножко огорчают. Могу сказать, что огорчает. Я думаю, что это временно, потому что мы всякие, честно говоря, из-за свою вот 40-летнюю, как говорится, телевизионную жизнь я переживал, мы переживали спады, падения, имеется в виду то, что происходит на верхах. Сейчас, к сожалению, вот утеряна телевизионная документалистика. Вот. Раньше было 12 фестивалей телевизионных всеукраинских. Сегодня, как я выяснил, ни одного. Ни одного. Ну, новые песни придумала жизнь, но, с другой стороны, ребята, молодые журналисты, вот и ты тоже, я считаю, что все-таки ты молодая журналистка вечно. Да, спасибо. Да-да, но я же не могу сказать, что ты среднего поколения, да? Вот, вы понимаете, им очень важно творчески реализоваться, важно, чтобы кроме вот этих сиюминутных репортажей, которые жизнь каждый день чего-то дарит, есть еще такие понятия, как кинометафора, да, как аллегорический язык, как образное мышление киношное, которое присуще телевизионному репортеру, должно быть, по крайней мере, присуще. Вот это вот ушло, к сожалению, да. Сегодня, ну, все-таки не так много, как хотелось бы, художественных программ, вот, искусствоведческих, литературоведческих, я имею в виду не нашу студию, а вообще, в принципе, глубоких, интересных программ. Мало открытий, мало путешествий. У нас, к сожалению, не так часто задействуется ПТС, а у нас есть такие возможности вести репортажи прямо с улиц, не с одной камеры, а с трех камер, да, где что-то происходит. То есть событийность важна еще. Вот это, к сожалению, ушло. Что пришло и что не может не радовать? Это, ну, во-первых, молодые, талантливые ведущие, разумные ребята, которые не стесняются камеры, которые импровизируют, и вообще сегодня телевидение процентов, наверное, 70 импровизационно, что касается бесед и так далее. Вот, это новостные программы, обновление нашей студии. Ну, это вторая жизнь, это, по сути, молодая кровь, которая пришла на Николаевское телевидение, и дай ей Бог, лишь бы... Ну, страшно такая вещь, как звезда во лбу. Вот это очень опасно. То есть вот я знаю все лучше всех, я, так сказать, умнее всех, талантливее и так далее. Вот. И не забывать, конечно, что да, персона на телевидении важна репортера, но главное – это собеседник. Это уметь слушать, это уметь раскрывать человека, это уметь интересно о нем снимать. Вот какая-то вот такая душевность, потому что личность с экранов телевидения вошла. Ток-шоу это, поверь, это все это временно, да? Это все до поры до времени, и тем более, что люди уже выключают, они уже устали от политики. А вот чего-то доброго, вот я думаю, что такие росточки у нас на Николаевском телевидении есть, и дай бог, чтобы они, так сказать, произрастали и в дальнейшем.
Да, и я абсолютно согласна с вами, Александр Витальевич, что именно личность человека, которого снимаешь, она всегда интересна. И человеку по ту сторону экрана, нашим телезрителям, хочется побыть одновременно наедине с собой и наедине с тем человеком, которого он сейчас слушает. Вот сейчас, друзья мои, вы наедине с Александром Витальевичем Топчием, человеком очень интересным, и которому есть всегда что сказать. Всегда, Александр Витальевич, всегда есть что сказать. Я понимаю. Вот, кстати, намек, вот ты уж извини, как бы я тоже уже прожженный, кстати, репортерщик, а вот скажите-ка, вот вопрос примерно так звучал. Вот расскажите о том, что вас волнует, расскажите, в общем-то, о чем-то самом сокровенном. Ну, друзья мои, вы знаете, с напутствиями выступать – это дело неблагородное. Сколько бы ты лет не прожил, поскольку каждый человек – это совершенно неповторимый индивидуум. Я только думаю о том, что многие наши беды, должно быть, из страны, они вот из-за чего происходят. Они происходят из-за того, что как-то вот за 70 лет, особенно сейчас, как ни странно, в последнее время – из человека изошла насильно или добровольно, изошла вера, истинная вера христианина. И вот сегодня из-за того, что христианские моральные принципы, они ушли, они забылись, да, из-за того, что человек, ну вот у каждого должно быть, наверное, какой-то тормоз. Вот я знаю, что это можно. Здесь можно найти компромисс, а вот этого уже нельзя никогда. К сожалению, у нас сегодня ничего не делается для того, чтобы вот как-то эту веру и, я не знаю, и любовь к человеку, и боязнь к Богу, и понимать, что все мы будем ответственны потом за свои деяния, за свои слова и даже за свои мысли темные, за это все придется отвечать. Вот отсюда многие беды, и для меня это, ну, будем говорить так, очень, очень больно. Ну, второй момент такой, что стержень, да, в каждом человеке должен быть. Вот его стержень должен совпадать с какими-то основными, наверное, идеями, к чему стремится государство. Вот тогда, если человек думает, у него один путь, и государство навязывает или предлагает, или вещает о каких-то других принципах, вот это уже, так сказать, это уже очень страшно. То есть это в разные стороны. Человек сам по себе едет и думает о том, вот, а провозглашаются какие-то принципы совсем другие. Ничего не построишь тогда. Ничего. Александр Витальевич, сегодня 13 декабря, сегодня юбилей нашей студии. И вы телевизионщик до мозга костей. Прожженный. Ну, я же говорю, телевизионный динозавр. Зубр такой. Скажите, пожалуйста, Александр Витальевич, вот если подытожить немножечко, потому что эфирное время, вы же понимаете, оно тоже ограничено. Я уже наговорил, там, да, тебе сокращать придется, я понимаю. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что никогда недопустимо в нашей с вами работе? Ну, наверное, это перекликается с теми словами, которые я раньше говорил. Вот я не знаю, я буду говорить откровенно, может быть, не все поймут, да? Телевизионщики поймут. Так или иначе, да, можно человека прославлять за деньги, но нельзя его мочить за деньги. Причем мочилово, я говорю грубо, стоит в 10 раз, оплачивается некими людьми в 10 раз выше. Похвалить это, не знаю, грубо говоря, 1 гривна. А если кого-то почему-то заказу утопить, это уже, я тебя понимаю, люди, надо платить 10 гривен. Никогда этим делом нельзя заниматься. Я считаю, что тот же репортер должен иметь внутренний какой-то, ну, что ли, ограничитель. Да? Вот это можно, это то, о чем я говорил, это можно, а вот это уже нельзя. Наверное, этих вещей, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Вот. Наверное, нужно учиться. Честно говоря, вот и я сейчас учусь, и несмотря на то, что я работаю уже как бы не на рабочей сетке, да,
Ну вот недавно мне образная система, так сказать, в телевидении попалась мне статья, я с интересом ее прочел и что-то себе подчеркнул. Самое страшное, а нет, это, ты знаешь, понимать, что, или думать о том, что я все знаю, я всему научился, я умнее всех, у меня громаднейший опыт, и что вы мне подсказываете, если я вот такой я, чего подобного. Про себя нужно и очень критично на себя смотреть, не потерять критичный взгляд. Я говорю, кстати, о наших ребятах, которые, вот проработав год, два, три, вот некоторые из них я не буду называть, но мне показалось, что они на ступеньку ниже стали. Потому что, ну, как, я все умею. Понимаешь, это в глубине человека. Я уже всему научился, я сделал это, сделал то, тут меня хвалили, тут я получил диплом. Вот. И неожиданно человек, сам того не замечая, за счет того, что он уверен полностью, он раз и на ступенечку ниже становится. А мне это хорошо видно. Вот. Поэтому очень важно, если ты взял свою планку, это мой принцип, да, вот независимо, там, 30 лет назад, 40 лет назад, вот если я взял такую планку, я... Для того, чтобы не потерять к себе уважение как творческой личностью, а я считаю, что человек профессионально должен быть тщеславен, то есть, так сказать, стремиться к чему-то нормальному, то я не имею права опуститься ниже. И сам, ты сам свой высший суд. Поэтому на себя, вот пока на себя критического взгляда ты, так сказать, не потерял, пока ты способен на себя взглянуть как бы со стороны, вот до тех пор, так сказать, ты и будешь и развиваться, и у тебя будут творческие удачи, успехи и так далее. Ну, наверное, пользуясь случаем, вот я застал то поколение, первое поколение николаевских телевизионщиков, учитывая, что я работал в 69-м году. Вот, я не буду называть, но я помню хорошо и главного редактора, и Умеренкова, я помню Землякова, нашего батьку, председателя тогда комитета, Антоненко, многих уже нет, Лазовская, Бондаренко, Корнеев, тот же Маляров, Жарков, Ефимов, самый старый Евдокимов. Вот, я застал этих людей сложных, но, поверьте мне, чертовски талантливы. Тогда писали они пьесы, писали стихи, кто-то наизусть читал Есенина. Тогда была очень интересная, так сказать, мощная команда. Несмотря на то, что уже поколение, которое сегодня пришло к нам на телевидение, этих людей не знает, но вот каким-то образом, невидимым, незримым, вот те традиции, те основы, которые они заложили, я думаю, что они продолжаются. А прежде всего, в чем они продолжаются? Все-таки наше телевидение николаевское, сейчас оно острое, но оно все равно доброе. Оно все равно семейное. Оно все равно, ну, как сказать, ну, доброжелательное, несущее вот что-то такое, вот какую-то теплоту. И я думаю, что этим мы отличаемся. Ну, семейный канал. Когда-то давно было дано определение тем же, по-моему, уже ныне покойным Валерием Петровичем Гроссманом, а это уже мои друзья, которых нет, и Приходько, и Скиба, и Гроссман, они ушли, очень талантливые люди, это мои друзья, я о них помню, я о них знаю. Но вот те основы, которые заложили первое поколение, второе, я отношу себя ко второму поколению, да, вот оно незримо продолжается. И дай Бог, чтобы те традиции, которые были заложены на нашем телевидении, да, вот чтобы они продолжались. Дай Бог, чтобы всегда была на телевидении дружная семья, потому что без этого ничего не получится. Да, могут быть в семье там всякие какие-то свои недоразумения и так далее. Дай Бог, чтобы вы праздники отмечали вместе. И что вы чтите 13-й сегодняшний день, я его чту, 13 декабря, да, и подниму даже вот... стакан безалкогольного пива за наш праздник. И вспомню всех, кто был со мною рядом. И с удовольствием посмотрю всю программу, которая будет 13-го, эфир наш николаевский. Я думаю, что он меня чем-то порадует, а главное – удивит. Потому что мы должны удивлять не только зрителей, но где-то удивлять и себя. Тож, друзі, будемо дивувати один одного. А головне – вас, шановні наші телеглядачі.
Адже ви саме зараз разом з нами в день народження Миколаївської державної телерадіокомпанії побували в гостях у нашого колеги, заслуженого журналіста України Олександра Топче, який пропрацював на нашій студії 40 років. Олександр Топче впевнений, що наші добрі репортажі в змозі змінити життя суспільства на краще. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 17 грудня ми вшановуємо пам'ять святої великомучениці Варвари. Вона має особливу силу молитись за людей, щоб вони відчули велику милість Божу в покаянні і сповідуванні своїх гріхів. 19 грудня – святий Миколай Чудотворець Зимовий. Світлий і радісний день, адже святий Миколай Угодник – всім помічник і за всіх добрий молитовник.